Всем привет, дорогие зрители! Приехал я в район Махмутлар. На первой береговой линии есть инвестиционная квартира, которая пойдет на снос через 2 года. 3 плюс 1 по очень хорошей цене. Когда построят здесь новостройку, цена этой квартиры как минимум будет 140 тысяч евро. Заранее скажу. Давайте я сниму. Дорогие зрители, это отдельная кухня. Квартира 135 квадратных метров, 3 плюс 1, четырехкомнатная. Здесь у нас участок. Тут запрещено строить, так как есть два блока. Эти два блока должны снести. Здание, на котором я сейчас нахожусь, и вот это здание, второе здание. Вот первая береговая линия. Есть подземный проход на пляж. Когда снесут эти две здания, тут построят или проект из одного блока, или из двух блоков. Также можно купить и жить в этой квартире 2 года. Потом можно уже, когда снесут, вам дадут за аренду оплату в месяц, и год будут строить. Инвестиции для будущего. Пирожочек. Вот просторная гостиная комната. Тут у нас просторная прихожая. Квартира находится на втором этаже. Тут санузел. Здесь у нас первая просторная спальня. Вот. Оттуда также есть выход на балкон. У нас здесь коридор. Это вторая спальня. Выйдем на балкон. Вот балкон. Рядом есть вся инфраструктура. Там улица Барбаросса, 3М Мигрес в той стороне. Здесь у нас санузел с ванной. И еще одна спальня. 3 плюс 1. Здесь также есть балкон. Угу. Вот такой балкон. Дэдпудзей. Вид на море. Шума нету. Так. Дорогие зрители, цена этой квартиры 75 тысяч евро. Когда снесут, уже цена будет от 140 тысяч евро и выше. Вам дадут или трехкомнатную квартиру, или четырехкомнатную квартиру. Так что, если вам понравилась эта квартира для инвестиций, обращайтесь по номеру, который указан в описании. Все, с вами был Агасий, Солнечная Лайня. Всем пока-пока.